Ну вот, я подпись поставил. Это означает, что я работу закончил. Работу писал очень долго. Писал и публиковал видео в 4 частях. Это работа заключительная часть, финальная часть. Я публикую в YouTube, посмотрите и дадите оценку. Пишите в комментариях, как вы оцениваете, какие здесь есть замечания, недостатки. Я буду всему благодарен, если вы напишите мне. Теперь работа должна выстояться, выстахнуть. И уже со свежим взглядом я заново посмотрю на всю работу, и, возможно, где-то что-то придется еще подправить или улучшить. На этом все. Пока-пока. Всего хорошего.